Сегодняшнее видео будет о тест-драйв на тональный крем Catrice Photo Finish. 18 часов стойкости, да? У меня оттенок 0,20, розовый беж. Когда я делаю тест-драйв, я не наношу пудру, я буду использовать лишь корректор и немножко румян, чтобы посмотреть, как в течение дня, чтобы никуда ничто лишнего не было на лице. Вот, и будем наносить мы его вот такой кистью. Предварительно я увлажнила лицо уже. Крем имеет запах розы и такую консистенцию достаточно, наверное, средней плотности, может быть, даже плотную скорее, чем нежели легкую текстуру. Он не подходит для лета, конечно, просто сегодня у нас прохладнее, я решила протестировать его для вас. Так вообще больше на осень, весну, зиму он, наверное, будет больше, потому что нету никаких SPF. Удобный дозатор, плюс 30 мл, срок годности хороший. Вот, и распределяем кисточкой. Цвет немножко с розова, да, как я уже сказала, потому что это серия розовый беж, цвет розовый беж. Но, в принципе, он не смотрится так, поэтому... Ну вот я нанесла тональный. Вот так он выглядит. Не знаю, видно вам нет, на свету показать. Вместе с корректором, в принципе, перекрыл все покраснения. Вот, немножко вот тут заметно, но я сейчас дозамазываю. Вот, буду дальше продолжать маникюр. Буду дальше продолжать легкий макияж, да, доделаю. И через пару часов вернусь к вам, посмотрим, что изменилось на лице. Надо, не надо припудривать. В принципе, у него такой, я бы не сказала, что сатиновый, наверное, скорее больше матовый финиш, но также он вроде как и не сушит мою сухую кожу. Тут, кстати, не написано, для какой кожи. Мягкая, комфортная, невесомая формула, стойкий тон и свежесть на весь день. Вот, посмотрим, посмотрим. Прошло 4 часа, и как вы видите, все идеально. Ничего не скаталось, крем идеально держится пока. Посмотрим еще через пару часиков, я покажу вам, если изменений нет. Но я ничего не припудривала, не замазывала, как утром накрасилась. Так и все. Поэтому, в принципе, пока мне все устраивает, хотя на улице и солнце выглянуло, и как бы кожа вроде не потеет. Прошло 7 часов с момента, как я нанесла тональный крем. В принципе, все сидит пока что хорошо. Единственное, вот немножко покраснение выглядывает. И вот тут. Но, в принципе, они у меня и были. Я их замазывала корректором, они... не тональный. В принципе, все хорошо держится тональный. Я не припудривала ничем больше с того момента, как нанесла. Поэтому пока меня очень все устраивает. Сейчас 7 часов вечера. Тональный крем по-прежнему держится хорошо. Единственное, вот эти немножко вот здесь, да, на подбородке, где были покраснения, которые было очень сложно перекрыть. Я использовала консилер. Поэтому, в принципе, вот немножко тут и немножко возле носа видно. На щеках, на лбу, в принципе, все хорошо. Носик под глазами. Все пока держится. Прошло уже очень достаточно количество времени. Посмотрим через час-два, что будет на лице. Я обязательно к вам вернусь. Прошло 11 часов с момента нанесения тонального крема. Результат все тот же, да, немножко блеск появился на лице, но, в принципе, для моей сухой кожи это не страшно. И также вот на подбородке вот эти покраснения, как я говорила, уже выступили, но они выступили спустя, наверное, 8 часов. То есть 8 часов он выдержал идеально, где было после 8 часов, то есть 10 часов, появился вот этот немножко жирный блеск. А в целом, я считаю, что очень достойный тональный крем, так как он выдерживает, он не выдерживает, 11 часов даже не выдерживал мой любимый Боржуа, поэтому, в принципе, мне очень нравится, как он смотрится, как он держит, на него можно положиться.
потому что прошло 11 часов, этого мне достаточно. В 9 часов я всегда смываю косметику, то есть это будет через час, сейчас 8 вечера. Вот, поэтому, в принципе, я очень довольна, ставлю ему 5. Мне нравится этот тональный крем, буду им пользоваться и дальше. И также, если вам понравился результат, эффект, то также советую вам попробовать его, стоит он не так дорого, около 600 рублей, так же как Боржоа, так же как еще лореалевские всякие крема, поэтому в целом я довольна.